Блогера Влада Виноградова смело можно назвать самарским человеком-пауком с восхищением и трепетом. Регулярно Влад радует читателей самарского ЖЖ-сообщества удивительными подборками уникальных фотографий Самары с высоты. Все фотографии сделаны в 2016-м, и каждое фото хочется разглядывать долго и пристально, пытаясь понять все то, что чувствовал фотограф там, на высоте. Многие снимки, как пишет Влад, были сделаны вопреки шатающимся лесам и шквалистому ветру. К башенным кранам у Влада особая любовь, судя по всему. На фото Самара действительно необыкновенная. Неважно, какое время года. И действительно прекрасно, по словам читателей, ведь не видно ничего, что происходит внизу. Влад, вы настоящий молодец. Ставим вам наш самарский лайк и берегите себя.